сказать только одно, что у меня зачесались руки, и я обязательно в следующий раз что-нибудь сделаю. Мы вот с девчонками сегодня такой красоты натворили. Да, мастер-класс сегодня прошел очень хорошо, мне все понравилось. Я, в принципе, первый раз сталкивалась с эпоксидной смолой, и, в принципе, было все доступно, понятно. Алисия и Валерий очень хорошо все рассказали, подробно. И она более насыщенная, что ли? Ты не покупала тогда? Нет, постой. Смотрите, я, по-моему, голубую еще какую-то взяла. Смотри по количеству налитой смолы. Количество пигмента. Я только чернила взяла. 55,2. 55,2. Ну, считайте, стакан, да. Класс алмаз. Там, Алис, вот сюда какой цвет добавляла? Вот этот розовый, что я намешала. Сухой пигмент с жидким и чернила. А вы прям приподнимите его. И по кругу ведите. Так, следующий номер нашей программы. Это прям небо. Ну, столько стекло. Потом все это соберем и в кулончик вставляем. Так, теперь я хотела добавить немножечко беленького чуть-чуть. Вы прям как флюитарты вот стали делать, вот, вести стаканчик, я прям вот заметила. Красивые разводы, да? Переливы, прям северное сияние получается. Да. Сегодня прошел совершенно уникальный мастер-класс, уникальной студии, которую возглавляет наш Танечка Краснов. Мастер-класс провела не менее уникальная Алиса, и мы все себя сегодня почувствовали уникальными, потому что то, что мы сделали, это на самом деле уникально. Техника бесподобная. Результат фантастический и вообще абсолютная сказка, когда ты смотришь, как из-под твоих рук выходит волшебство. Это действительно волшебство. Приходите на все мастер-классы, которые проводит Алиса Катревич, в частности, в данной студии, не пожалеете, потому что получите фантастическое удовольствие и как результат потрясающую красоту. Я могу сказать только одно, что у меня зачесались руки, и я обязательно в следующий раз что-нибудь сделаю. Мы вот с девчонками сегодня такой красоты натворили. Сегодня были просто волшебниками. Делали вроде одно и то же, а у всех такие разные результаты. Потрясающе, Алис, спасибо большое. И согласитесь, что совершенно несложно. Несложно, зная особенно какие-то там тонкости и нюансы, но потрясающе. Под таким руководством, конечно, несложно. Да. Алис, поэтому приходите к нам на мастер-класс. Приходите, в замечательную студию Татьяны Красновой. Всем удачи. Ждем вас. Всем пока. Всем пока-пока.